Всем здравствуйте, меня зовут Виктория Арча, я из города Москва. 3 года назад я создала собственную труппу современного танца «Либертатом». Танец для меня наиболее объемный вид искусства, в котором есть музыка, есть пространство, есть движение и есть возможность сказать все то, о чем обычно я молчу. Я родилась в стране, где были военные действия, и, наверное, до сих пор часто я словно кожей слышу взрывы. Это не страх, это какое-то иное чувство. И, возможно, это даже какой-то источник, откуда я черпаю неведомую для меня силу. Какое-то необычное, очень странное на вкус вдохновение, которое ведет создать ту или иную работу. Сказать о пепле, о земле, которая летит, о людях, о добре, о любви, о тепле, которое нас согревает. О ценности жизни. В своей работе я спрятала очень личные для себя вещи, и есть момент, когда я обращаюсь напрямую к зрителю и без слов рассказываю, говорю то, о чем, наверное, никогда я бы не решилась сказать такой большой аудитории. Мне хочется танцевать. Это истина внутри рождается где-то из самого центра, как из корня, как из центра земли. Это какое-то уникальное желание и возможность движения. Для меня это уникальное чудо. Оно где-то рядом с возможностью ходить. Я очень ценю эту возможность. Спасибо, что в мире есть танец.